Зритель, привет! Ты как-то хотел, чтобы я сделал обзор рисунков, разбор рисунков на камеру. Тут как бы до рисунков, ну, несколько далеко. Но другой зритель, какие-то зрители, хотели узреть, как я убираюсь. В общем, я пообещала подруге сегодня кисточку широкую такую для ватмана. Знаешь, у меня их две. Дарили мне когда-то за работу. Ну, вместо того, чтобы деньгами отдать, отдали почти натурой. Ну и, короче, я помню, что оно у меня было вон там, ящики, которые сейчас вот этой тенью покрыт. Пардон, задела штатив слегка. Но не нашла, зато что-то так меня увлекло, что я там еще обнаружила остатки деятельности кота, ну, в смысле, когда он там лазал, своей шерсти наставлял. Ну, и я что-то так стала убираться, то все 5-10. Обнаружила обгрызенную кисточку пони, которую я двинула, получается, кони. Я тебе просто это сейчас покажу. Я, конечно, могу, может, это на руке все показать, а потом поставлю. Я что-то так подумала, может, мне сейчас, ну да, я еще на балконе разбиралась, а то все, там у меня коробки с мусором, которые на сожжение, пакет с пакетами нашла, еще пакет с пакетами, еще какую-то хрень, которую думала потом заасмрить, после в сад снести. И что-то так подумала, не включить ли мне сейчас камеру. Специально для тех, кого бомбит даже от того, что у меня, возможно, крупа достаная, доспалая, скажем так, и стоит не там, где надо. Я просто покажу это. Коробочка на сожжение, там бумажный мусор, но не совсем бумажный. Меня сегодня сдернули в 12 где-то с кровати. Но так как я более-менее дремала, то я просто имитировала, будто бы я под пледом спала. На самом деле, я как бы... Просто мне надо было закрыть кровать как-то. Коробочка. Еще я ищу коробочку, чтобы рассаду пересадить. Вон там две штучки. Я решила замедосить отдельный ролик. Ну и, короче говоря, это уже потом. Они пусть там так лежат. Я тебе даже сейчас покажу этот склад. Я даже завтра все-таки снесу. Ну, у меня просто ключ от сада в прошлом году скоммуниздил плохой человек. И мне приходится... Или с человеком каким-то идти, или, ну, какими-то своими подручными средствами пытаться открыть замок, который уже и без ключа-то, в принципе. Ну, как бы, так, тяжелый случай, короче, там замок такой, одно название. Ну, я вот завтра собираюсь несколько пакетов с собой взять. Они легкие, только что, может, громоздкие. Я сначала думала все рассувать по пакетам, и куда-нибудь их сунуть, а потом думаю, а что я могу это тут убраться, все достать, всякую пыль, хрень, протереть там влажной тряпочкой, там ножницы лежат. И помню, что у меня была занавеска в ванну, которая ласты склеила, ее хотела снести в сад, а потом думаю, если я ее действительно еще не снесла, в сад не снесла, как оказалось, можно кусочек отрезать, там проложить, и уже поверх все вот это обратно убирать. Потому что в одном ящике у меня всякая такая, типа тряпье, там подушки, т.д. А в другом, ну, у меня есть папка формата А2 или хрен знает какого вообще формата. Ее только вот в этот ящичек можно положить. И сейчас я поставлю камеру на штативчик. Буду тут это... У меня, возможно, ну, не особо такой прикид для некоторых. Но если ты хочешь словить потом мурашку, там хрен знает на какой минуты записи, что у меня тут времени-то не показано. Ну, может, как-то можно глянуть, но мне как-то не с руки. Ты можешь мурашку заловить. Потому что, скорее всего, ничего комментировать не буду, просто тут всякие звуки будут. В общем, я обратно на штатив собачилась и немножко так повернула камеру, наклонила. Я думаю, что отсюда как бы будет и меня видно, и то, что я тут сейчас режу. Вообще, на самом деле, я думала, сейчас вот эту штуку найду и пойду доставать свеклу из морозильника, потому что, по-моему, она там была. Но в итоге решила тут сначала доделать это. Это из той серии Лёля укусила что-то, и она решила убраться часа в 3 ночи. Думаю, вот здесь чутка пора. Она у меня рвалась, но, видимо, она рвется не по этой стороне. Ну, сейчас мой такой глазомер. О, оно пошло. Надеюсь, более ровно. Менее. А,
голубая фигня. Надо ее протереть. Ну, я думаю, должны быть слышны звуки-то. Тут все-таки пятиканальная камера, хоть она и где-то в метре полтора, чуть больше метра от меня. Не поверишь, зритель, я тут осилила 7 минут своего ролика, где я там шуршу сладкими конфетами от Наташи из Германии, из какой-то там ее посылки, я знаю, какого года. Вообще, это достижение для меня. Ептеть. Тут и доски-то такие. Ну, это более похоже на нормальную такую фигню, которая, чем та, которая была основанием кровати, на которой матрасик уложился. Как бы я хотела газетку положить, но у меня газеток нет, у меня их только журналы эти халявные из Магнита до Пятерки. Не тот вариант. Может, туда, конечно, клееночка была бы к месту. Вот что, я думаю, сейчас надо ее, наверное, отрезать как-то. Как-то она сюда не ляжет, я думала. Не хватит ее, скорее всего. Да, ее слегка не хватает. Тут что-то рваненькое. Вот. Оно пошло. Ну, в общем, идет хорошо только по какой-то стороне. Да, я понимаю, что надо было бы сантиметром снять, и все. Может, тут с лишней это срезать вообще? Ну, фига себе, она тут порвалась в другом месте. Ну, сейчас посмотрим, как она, хватит ее тут или нет. Фигнень какая-то. Ну, в принципе, ту цену, как она стоила, как мне еще ожидать. Что
принципе, сюда еще кусочек можно положить, чтобы уж было совсем ровно. Только вот эти. Эту бахрому срезать нахрен. Ты уж извини, зритель, что я лишу потом. Я назову этот ролик «Почты АСМР». Так, как бы это положить-то? Это предполагалось унести в сад, но мог там кто-то приговориться туда. Покрыть чего? Сейчас я тебе покажу эту большую папку. Ну не настолько большая, вот какого-то там огромного формата я когда-то с какого-то экзамена в Перье в 12 году пошла, зашла с Олеськой в книжный в Ярике, там где-то в районе Кирова, этого торгового переулка, то все. Но он такой какой-то был, вот чисто голая бумага, ладно бы он как-то там, вот ну, в папочке был, еще что-то. И можно было бы ее там как-то упаковать, но что-то они мне как-то не удосужились упаковать. В итоге я не купила ее. А это я не помню, где покупала. Может быть, тоже в Ярике. Может, где-то здесь. А может, и не здесь. Китайский пейзаж. Папка для акварели. 20 листов. 420 на 594 миллиметра. Что у нас вообще там? Есть что-нибудь такое? Ух ты! У меня тут эта страшная фигня, которую я на механке рисовала. Зритель, тебе немножко повезло, тут какая-то работа. Ну-ка гляну я сейчас на себя в камеру. Видно там это было, нет? Может, на телефоне надо было управлять? Мои волосы. Ну, я думаю, что видно, наверное. Я, правда, отсюда ни хрена не увижу. Если только в других очках или вообще с телефона приблизить. Пум-пум. Пум-пум. Я просто думала, что это пустая папка. Интересно будет, если приблизить с телефона. Что там на камере? Ну, как бы это, хреновенько видно. Мне, по крайней мере. В смысле, мне видно хреновенько, потому что далеко. Так. Это я, по-моему, остатки болезней покорелей. Это, по-моему, первые такие впечатления Карелии. Ух ты. 2012 год Карелиала. Да, 2012 год. Тут, наверное, жопа, может, тоже что написано? А тут жопа ничего не написано. Эге-гей. Ой, блин. Как бы тебя взять-то? Фу, какая-то хрень там. Надеюсь, не сушеная жопа с ушами. Типа вот, 2000 хрен какой-то знает год. Ну вот это мне больше всех нравится.
Я бы ее даже загнала как-нибудь. 307. Рамочки только нет. Я не знаю, как ее отправлять. Тут еще прилично бумажки-то. Можно как-нибудь порисовать. У меня есть такая фигня. Я хотела ее, короче, склеить скотчем с двух сторон. И сделать себе планшетик на этот, на мольберт. Но у меня пока не дошло. Так, как тут лежал тут? А, вот так лежал. Ты лежал вот так. Эх-эх, у меня где-то еще и альбом был. Так, я пока выключу камеру, потому что вдруг это сушеная жопа с ушами. От моего кота всяко можно ожидать. В общем, я тут как бы это, слегка притащила все, что можно сюда, то, что нужно убрать. Занавесила окна. В комнате. И оказалось, что это листик, блин. Как бы, зритель, я к тебе спиной тут временно была, даже попкой. Я думаю, не буду увеличивать звук. По большей части я, когда снимаю обзор, то говорю слегка тихо. Ну, как бы, как сейчас. И увеличу громкость процентов на 30. Ну, так уже по умолчанию, потому что, когда я собираюсь писать обзор, я думаю, сейчас я буду нормально говорить, я так говорю тихо. Вот как сейчас, так еще даже, ну, не так, как тихо, да? Я просто оставлю как есть, и я ж не буду орать громко. Короче, я думаю, нормально это будет. Ну, если будет слишком громко, просто убавь громкость себе. Так, школьный формат. Папка для акварели 10 листов. Вот другая папка тут была у меня еще. Чего-то такое с яйцами. Понюхала еще зачем-то. Нет, без яйцей. Короче, какая-то фигня, она что-то тут лежит, не знаю, почему она тут лежит. Какая-то памятная фигня. В общем, пусть и лежит. Сейчас узнаем, что тут у нас. О, у меня тут есть акварелька. 2004 год. Паспорту. Зритель, если хочешь, то можешь у меня ее приобрести. Я ее даже сейчас, блин, зафоткаю. Ох. Договоримся. За косарь отдам. Ну или скажешь, Лёля, давай сделаем обмен, я тебе что-нибудь вкусное, типа орех в макадамии, а ты мне пришли эту штучку. И мы с тобой сделаем обмен. Это если ты хочешь. Тум. Я не помню, была она на какой выставке или нет. А, нет, это я, по-моему, у меня тогда... Ух ты, тут два человека такаться. Сагитировал один товарищ, который уже ласты склеил. 13 лет как. Акварельки рисовать и продавать их там у нас, на этой нашей, типа, на набережной тогда еще, типа, улической. А потом меня обламингой сделали. Ну, мне везет такие, мне много людей что обещают, я так уши отвешу, делаю, да-да-да. Я такая расстроенная была, кучу всего тогда в этом, в кульке раздарила. А что-то осталось, а что-то совсем осталось. Только не надо мне, зритель, говорить, что я помню плохое. Я вчера, конечно, немного поболела относительно некоторых происшествий в свою телегу. Инвайт, на которую ты можешь получить у меня в личных сообщениях. Я сначала подумала сделать ее снова открытой. А потом думаю, ну как бы мне уютненько. Вдруг опять какая-нибудь неадекватная личность припрется. Там ничего такого сверхличного сейчас нету. Сама проблема была только в том, что про смерть кота из личных сообщений вытащили, причем из Фейсбука. Ух ты, какая-то штука. Морда, ну не мухомор, конечно, гриб какой-то. 9.04.2016, 23.55. Слушайте, сегодня вообще какое? Не 9 ли? Камера, сдрисни.
9-е. Ровно 5 лет назад я это рисовала, правда, сейчас 20-59, фу, 20-29, короче, пол 9-го сейчас. Ну, практически ровно год назад, да. Офигеть. Вообще, зритель, у меня есть очки, которых я вижу лучше. Я, наверное, сейчас на них попробую увидеть, видно там или нет. Ну да, я в них как бы более чуть-чуть вижу. Может, мне просто с телефона этим всем управлять. И не гемориться. Камера, иди сюда. Ой, я что-то отдалила наоборот. У этого телефона, я сегодня подруге объясняла, она собралась тоже. У нее Huawei, но другой, да потопненький такой. И она собралась снова Huawei покупать. А я ей говорю, вот говорю, этот. Этот телефон может снимать так, как экшн-камера. В том плане, что ну, там не будет там такого округлости, как в экшн. А именно, что очень большой обхват такой. Блин, как тебя приблизить-то теперь? Во. Ну, вот это. Сфокусируйся. Лапа у меня, конечно, дрожит. Я не очень-то вижу. Может, что-то вот такое желтое вижу. Ну, вообще, мне казалось, что я тут должна себя видеть. Так. Я там такая все бледная. Может, мне что-нибудь такое темное взять, чтобы я саму себя увидела, что это темное. Согласия. Ну, фокусировка ускакала. Конечно, не вариант. Но я думаю, легче глянуть сейчас. Ой. Просто на камере. И можешь, правда, поуправлять с ней. Так, очки только убрать надо. В этих очках я копытца много обстреляю, они сильные. Я таки лох. Я думала, что я управляю с телефона и нажала на клавишу, но я на клавишу не нажала. И что-то тележило с самой собой получается. Ну да ладно, в принципе, не впервые. Я думаю, не часто у кого... Ну не то, что часто, но бывает такое, что забыли нажать на запись. И когда мне смс-ка пришла от подруги, которая не может заранее предупредить ей практически за день, то я поняла, что у меня что-то не то. И пересмотрела, что у меня тут есть. Короче, я просто потрясу то, что я там уже убрала. И если вдруг кому-то что-то захочется, можете у меня приобрести. Короче, я сейчас перетрясу, все равно мне там надо положить заново все это из пакетика обратно. Но чисто такие, наверное, рисуночки. Если кому-то что-то понравится, можете дать мне знать в личных сообщениях либо в комментах. Если меня жаба не задушит, то я вам могу это... бартерным обменом сделать. Ну или запродать, хрен ли. С доставкой почтой Раиси. Такси. Я заодно тут соображу, как мне эти рамочки все разместить. Тут у меня папка в папке. Точнее, половина папки в папке. Хорошая акварельная бумажка.
если кто хочет, то вот это вот, ну, скажем так, продается. Рублей за 700 каждая. Так, надо тебя как-то положить. Ой-ой. Астрологический круг. Натальную карту ваять. Ну, просто он тут лежит. Масло масляное на холсте. Дома что-то когда-то рисовала. Давно. Еще, наверное, при дедушке. Может, мне или 16, или 17 лет было. Как-то так. Ну, если вдруг кому что надо, так. За косарем дом. Это я еще до художки рисовала. Рамочку дедушка делал. Лошадь вон там где-то. Такая фарфоровая статуэтка или какая. Ну, короче, из глины статуэтка белая. Советская, союзная. Да, у меня висела эта картинка на механке. Рядом с ковриком, который в моей бывшей комнате был. От которого многие побоболили. Краски, которыми я даже юзалась, подарила мне зрительница. Я просто не знаю, смотрит на меня сейчас или нет. Подписчица Диляра. Набор масляных красок. Так, наверное, сюда. Вот, так хорошо. Что это тут? Рамочка. Оно. Вот так, наверное. Тут что-то про лаврик. А нет, оно сюда не очень лезет. Здесь тоже положу. Что-то когда-то рисовала. Одну в педе, другую не знаю. В педе, который еще после школы был. И лаком покрывала. У дедушки оставался лак, которым по дереву мажут. И у меня что-то так вперло. Я все, что можно, этим лаком покрывала. Ну, в смысле, деревянные. Не предлагаю, но если вдруг кто хочет. Так, про эту я, кажется, уже говорила. Еще до того, как решила с телефона управлять и нажала не туда. То бишь, оно уже должно быть записано. Так, давайте положить-то. Это фотка в 16 лет, сделанная закат в цветочном, по пути в цветочный. Прикольно, что я сейчас живу в цветочном, но и дедушка рамочку делал к ней. Фотку делала еще на пленочный кодек. Так, лапки положить. Так, наверное. Это за часть от рамочки. Это по дереву режет родственник мой, племянник дедушкин. Она была на механке. Я не знаю, может, ее, конечно, видно было, может, и нет. Но есть какие-то ролики там, то ли АСМР, то ли не АСМР, что-то такое, личная библиотека или домашняя библиотека. Надо же куда-то эти сейчас рисуночки дофигачать. Тут практически все продающееся. Главное хорошо попросить. Ну, если кому. Главное, если кому-то это надо. Акварель. Так. Не так я положила. Надо это пока сюда дофигачить. Нарисовано под впечатлением рисунков какого-то тогдашнего знакомого. А вообще какой год-то хоть. Хрен знает какой-то год. Но какой-то допотопный.
Ну да, там это айва наверху. Вообще-то рисовалась по большей части не только карандашом и фломастерами, но еще и тенями косметическими. Теми, которыми женщины обычно морду лица рисуют. Это 29.08.07. Нет, 29-го. Это 29.01.07. Это единица, кажется. Карандашик по акварельной бумаге. Это конферноспиратум. Это HMDF, тоже конферноспиратум. У меня была подружка, она работала на тропе тогда, на туристической. И я к ней приходила, и она мне говорила: Лёля, ну нарисуй. Вот она инферноспират читала, я так поняла, что ей тогда очень нравилось. Вот это моя писанина. Я как раз на семинаре этих союза писателей сгоняла, и она типа того, что вот, надо, у каждого героя должна быть морда лица. Ну, я рисовала все только. Это Хмундей. 2 мая 2006 года, час 05.45. Это «Войны ночи». Прикольно, что некоторые зрители знают, как они у меня называются, эти картинки. Но у некоторых есть как бы название. «Вечная свобода». Почему «Вечная свобода», не спрашивайте. Рисовала, по-моему, вообще лет 16. Тоби Саммит. Почти Гризаль. Ну, тут зеленый и синий. Но он раненый. В итоге положился на скотч. Ранил кто-то, у кого руки и жопа растут. Акварелька очередная. Сфотки из деревни. Ну, деревенский пейзаж там. Как тебя звать-то, блин? Вилливал. Одно время рисовала Вилливал. По просьбе трудящихся и по собственному желанию. Последняя версия Блатан Радос. Укропи розы. Тут карандашик по большей части цветной. Ну, еще дерево и ручка. Есть формата в два раза меньше, короче, этот. Карандашиком просто. Простым. И еще большой такой рулоник где-то лежит. Мефистофель. Так. А, там у меня еще какая-то хрень. Юля рисовала QB, я забыл, как он выглядит, подписала. Оно такое. Это какая-то психоделическая обезьяна. Мало ли кому захочется психоделическую обезьяну. Обычные цветные карандаши в деревне рисовала. В 2018 году в июле. Ближе к ночи. Жопка там уже лежит. Позолоченная. Ну, она тут краской такой под золото покрашена, еще какой-то темной хренью. Так вот так, наверное, лучше положить. Или вообще лучше. Тут фотка с родственниками. Вместе со мной. А рамочку мне с юга сестра привезла одна из. Так, как-то тебя вот так шуй положить. Блин, как тебя положить вообще? Ну, можно, конечно, куда-нибудь ее тут присобачить, но я что-то все не соображу куда. Так, это что? Это еще одна рамочка. Вот не знаю, ее дедушка делал или я покупала, потому что какие-то делал дедушка мне про запас. А какие-то я покупала. Кучу денег тратила. О, тут этот гобеленчик, или как он там, который я покупала, кажется, когда на теплоходе ездила. В рамочку вставила.
Он у меня еще какое-то время тут висел. Но мне потом подарили часы, я в итоге повесила часы. Нужно, конечно, прибить гвоздик и их повесить. Но что-то в итоге они не лежат. А, в 90-х, что ли, это модно было. У меня родственников до сих пор они живы. У меня на кухне она была, эта картинка, и тут, в общем, янтарем выложена еще. Хоть половица. Это тоже какая-то картинка висела на механке. О, это у меня в Питере набросок был. 20 июля 2020 года. Александр, скорее всего. Ну, короче, какой-то А точка. Нюк. Или как-то так. Оно когда-то тоже, по-моему, на механке. То висело, то лежало. То стояло. Как тебе положить теперь? Так, наверное, как-то. А тут фотка трех лет не покажу. Но, наверное, она засветилась в обзоре комнаты моей на механке еще. Ну, в смысле, тут моя мама и мамины подруги две. Фотку, которую я делала, когда мы были в Питере. По-моему, это когда мы были с родственниками, с моими родственниками в Питере. А может быть, когда мы с маман были в Питере. Она у меня стояла там на тумбочке у кровати на механке. Тоже в обзоре должно было быть видно. Так, вот это композитка. Так, вот тут. Тут. Блюдо мне как-то подарили, на нем можно типа было рисовать. Я на нем фон такой сделала, но дальше что-то меня не хватило. Может, когда-нибудь обрисую его. У меня есть подносик. Надо что-нибудь красивое придумать тут, присобачить, сделать. И можно так, это такой, причем допотопный подносик. Советско-союзный глубоко. И можно будет как бы можно будет вызвать. Батик. Ух ты. Сейчас бы сказать, какой-то стрём такой. Лёля, 2002 год. На хлопковой тряпочке. Ну, подпись Лёля у меня тогда, по-моему, еще не было. Да, у меня тогда еще не было этого самого ника. Мне, конечно, нравилось слово Фара. Но у меня было просто Лёля. Тут у меня вообще столько всяких линеечек оказалось, люди. Линеечка. Ну, треугольничек. Еще треугольничек. Еще треугольничек. Еще две линеечки, одна деревянная приду. Сы копи домой. Меня там некоторые люди смотрят и поболят, что я, значит, вся такая тут скопидомочная. Переживаю, бедненькие, за мой хлам. Лак для волос очень сильной фиксации. В с провитамином В5 200 мл. Стиль экспресс придает волосам объем и блеск. Прическа сохраняет длительное время в любую погоду. Октябрь 2014 года. А у него часок-то какой? 36 месяцев. Я его пока оставлю, люди, знаете это. Я знаю, что можно просроченным лаком пользоваться в художественных целях. Допустим, если углем рисуете, закрепить там или пастелью. А у меня же есть штука, которую я тогда купила, но так пока еще не заюзала.
зачем, за какие-то копейки в этом самом светофоре. Если кто-то, ну, из тех, кто меня будет смотреть или смотрит, юзал, допустим, закрепляет лаком для волос свои рисунки, дайте знать в комментах, стоит его прыскать или уже стоит выкинуть, потому что, я так понимаю, где тут он у нас? Он в 2017 году просрочился, это 18, 19, 20. Короче, он на 3, ну, закончился у него срок годности, 3,5 месяца, 3 года, 3,5 года он как просроченный. Я пока сюда его поставлю. У меня допаковка не пенал. Вряд ли, конечно, в нем есть кисточка. Но в нем есть всякая ухтырушка, всякие интересные пуговицы. Карандашики. Точилка доисторическая. Еще какая-то ручка. Угрическая газета. Век живи, век читай. Интересно, она еще пишет. Что бы написать-то? Наверное, уже не пишет. Но я когда-нибудь с ней разберусь, пусть лежит тут. О, еще такая штука, мне она очень нравилась. Поликс. Ну, которая тут с градусами. Не с теми градусами, про которые вы могли подумать своими извращенными мозгами. Керамика, классика, набор красок по керамике на водной основе гамма, хобби 4 цвета. Я когда-то покупала, наверное, еще когда в ПЕД поступала. Срок годности 2, гарантийный срок 2 года. Хранить при температуре от 5 до 35. Для декоративных работ по керамике, глине, фарфору, фаянсу, кафелю. Я, правда, не знаю, тут подносик относится к чему-нибудь из этого. Мне кажется, я даже куда-то их использовала не совсем по назначению. Ну, в принципе, можно и заюзать. Тут основные 4 цвета. Зеленый, синий, желтый, красный. Такой мне поставить-то. Флуоресцентные краски. Краски акриловые флуоресцентные, водостойкие. Это я покупала еще 6 цветов, когда в ПЕД поступала. 12 месяцев срок годности. Но они давно уже просроченные, но даже когда они уже были просроченные, они вполне себе нормальные были. Сейчас потому что они подсохли, хрен знает. Можно водой развести и будут мне счастье. У меня есть рисунок какой-то этими красками, морда лица одного знакомого из прошлой жизни. Когда я ее первый раз сканировала, то сканер не передал цвета как надо. Второй раз сканировала, тоже примерно как-то так не передал. Так, вот сюда поставить. И вот так поставить. Вот так вот. Краски батиковые. Покупала еще когда, наверное, не знаю, давно. Набор Батик Хобби. Дата изготовления указана внутри упаковки. Ну-ка. 5 цветов. Сейчас мы это узнаем. Так, внутри здесь нет. Тут была трубочка, но она у меня скирдыкнулась. Там где-то стоит. Ну, у нее, короче, хвостик обломился. Ну, это можно пустить на сожжение. И что такое? Состав резервирующий, бесцветный батик. Инструкция по применению. Краска для росписи тканей. Черная. Ну, тут еще несколько. Эй, да тут о жизни, тут где-нибудь есть. А, вот, сентябрь 2001 года. Короче, я когда спеп только поступила после кулька. Так, все. Что, пакетик? Это из-под пуэра, но тут что-то такое.
А, карандаши написано. Подождите, их стой. Тут пока лежит. Или вот здесь. Или вот здесь. Советская допотопная тушь. Чернила для авторучек бирюзовая. Мне кажется, она уже высохла нафиг. Что там и так-то мало было ее. А слушай, зритель, не поверишь, она еще жива. Офигеть. Перед первым набором промойте авторучку. Я порисую тогда как-нибудь с тобой. Высохшая гуашь. Ну, ее можно размочить. Тушь синяя. Мне кажется, она вот здесь-то уже все высохло. Да, тут, по-моему, даже не отмочить уже. Она переработку пойдет. Акварелька какая-то малюсенькая. Кисточка, она вполне себе живая. Может быть, потому что она была в пакетике, потому и живая. Руби-Росс. Вы Руби-Росс-то морду лица красите. А я ей рисую. Блин, я и забыла, что у меня эта штука есть. Какая клёвая. И зеркало тут. Тут еще вот эти две нету, а вот это есть. Румяна, наверное, да, это или что, это пудра. Пудра и вот румяна. Слушайте, тут есть карандашик какой-то, его можно заточить, две эти фигни. И кисточка. Вау, надо порисовать. У меня как раз тут была мысля порисовать тенями. Я даже себе наметку такую наметила. В напоминалку порисовать тенями. Надо вот порисовать тенями. По акварельной бумаге хорошо рисовать тенями. Ну, у меня где-то есть еще просто упаковка красок масляных. Вот тут масло дневное к ним как раз. Рафинированное, отбеленное, полимеризированное. Это растворитель. Так, и еще одна гамма, тушь зеленая. Она тоже высохла. Ее тоже можно вытереть. И еще одна тушь черная. По-моему, она тоже высохла. А нет, тут что-то еще есть. Ну-ка. Да, вот это пустая. Это эта пустая. А черная тушь есть. Допотопная какая-то гуашь. Гуашь менее допотопная, но ее можно растворить. Залить водой, будет ей счастье. Потому что я уже знаю так. Я как-то где-то, ну, был какой-то период, когда у нас жарили батареи на механке. Недолгий. У меня, короче, этот гуашь высохла, я его доверила. А, пакет оторвали, не те пакеты. Надо тогда отсюда забрать. Байдерочный пакетик. Акварель. Еще акварель. Совсем акварель. Кисточка. Гуашь черная, белая, синяя. Черная какая? Зеленая. Почти пустая. Видимо, еще черная рейд. Ну, не знаю, какой-то цвет. Красная, высохшая. Еще черная какая. Видимо, красная. Масло дневное. Тушь черная. Белила цинковая. Гуашь. Ярославский химический завод, офигеть, 50 грамм. 12 месяцев гарантийный срок хранения. Он 100 лет назад прошел. И советская тушь. Слушайте, такой флакончик раритетный, ну как это? Да еще и живой при этом. И эти самые. Так, туда, на выкидку.
купила резко для рисования. Так, ладно, тебя пристроить. Тут рамочка. Вот эту рамочку вот сюда положим. Здесь рядом кисточки есть, но можно глянуть. Вообще переложить в другой пакетик. Там много места занимает. Тут, короче, фотопленки. Еще даже когда на почте солнечном с кодеком можно было печатать. Я думала как-то отсканировать все эти пленки. Блокнотик. Иди сюда. Люди, а вы храните эти фотопленки с пленочных кодеков и походок? Написано. А какие кадры я хотела тут сделать? Это черно-белая, по-моему, фотопленка. Еще с моего детства. Ох ты, блин, попадали. Какая-то коробочка даже. А, у нее была даже крышка. И что коробочка? Я думаю, это теперь можно выкинуть. Этот кусочек тряпочки. Вот здесь можно положить. Тут чего у меня такое? Тут какие-то тряпочки. Я думаю, эти тряпочки можно в каком-нибудь другом месте хранить. Тут с какого-то моего путешествия. Гобеленчики. По-моему, когда я ездила в Казань, в эту самую Чебоксары и что-то еще. Морел, что ли. Вот. Фигнюшка. У меня похожая фигнюшка есть, дарила с Украины. Подписчица. Тут какие-то пуговки, сырные циферки. Какая-то хренотенинка. Кошка. Типа это стерочка. Фигни. А, ну это яйца дедушка мне делал, чтобы я бисером их оплетала. У меня даже есть какое-то одно с начатым бисером прямо. Потом меня попустило, так и руки не дошли. О, акварельная фигня, ну, что, палитра, короче, для краток.
Я ее храню. Ленка из Минска-Москва. Она, по-моему, на каком-то блокнотике у меня была. Это обложка на паспорт, но у меня на паспорте кожаная обложка, и она вполне еще пока живая. А тут велосипедики. Я ее сюда пока убрала. Может, какой-нибудь блокнотик обнаружу и засуну. Мягонькая такая. Так. Это мне тот подарил картинку. Короче, картинку рисовал, по-моему, чувак, у которого погоняла вампир. А это... Что это вообще? Это, видимо, от какой-то рамочки жопка. Малость пыльненькая. Тут еще какая-то ткань. Да, это надо в отдельное место. А тут ткань. Тут у меня остатки было роскоши. Были такие подвески с мамой. Тут какая-то проволока, бисер, нитки. И я хотела сделать спинка, ну, по примеру нашей тогдашней. Я посылала кучу всего еще делать. Изывы, кружочки для ловца снов, но девочка так ничего не сподобилась. Сначала, ну, в каком-то плане я еще мне жалко было, потому что я раздерябила бусы свои из бирюзы, одну нитку я отдала эти. Нитку, точнее, там три нитки было на бусах из бирюзы. И вот нитку с бирюзовыми камушками я отправила. И все вот эти подвески гринамовские тоже раздерябила, и там куча всяких полудрагоценных камушков было. Ну и меня раскрутили, я подарила. Точнее, послала, там как бы заметка такая была, ну, идея, что сделать ловцов снов для всех членов команды, ну как-то это все так и зависло в итоге. А мне наглости просто не хватает человеку написать, типа, ну что, где, когда. Я себе просто один оставила, думаю, сама сделаю. Ну, как-нибудь сделаю, тут внезапно обнаружила. Так, тут на карандашике. Коробочка порвалась. Тут что-то такое, это тряпочки. О, уголь прессованный, мягкий, гамма. Сказал уже вот, вроде есть, пока не хочу. Вот он тут. Что-нибудь как-нибудь порисую. А, тут какие-то письма, какие-то блокнотики. В принципе, можно в этот блокнотик туда тоже зафигачить пока. Когда-нибудь разберу. Я их сегодня в пакет убрала, потому что сначала думала это все куда-то переложить, а потом думала, куда это все перекладывать. Краски, которые мне Женька отдала. И три кисточки. Эти картины по номерам. У нее что-то этих красок наоставалось. У меня даже есть две такие штуки, которые можно поасмрить. Она специально мне их отдала, чтобы я поасмрила. У меня так все еще руки не дойдут это сделать. Так, положим. О, это эти масляные краски. Мои первые масляные краски. Ну, короче, при желании можно их как-то заюзать.
я тут положу. Гуашик. Коробочка, правда, вся такая раздолбалась уже. Убивайся. Еще одни масляные краски. 11 цветов. А эти даже мягонькие, слушайте. По-моему, я даже еще не успела открыть. Мне там какой-то цвет только надо было. Из-за него все и покупалось. А. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. 12. А почему 11 цветов? Глюк, тут два тюбика белых краски. То бишь я их даже еще, покупала их исключительно из-за того, что нужно было каких-то 2 или 3 цвета. Но я их не открывала и не юзала. Точнее, может, даже не обращала внимания, но тут реально брак. Вместо 11-12 тюбиков и 2 из них вот как раз желтых, этих белых. Тут что-то у меня в свое время прорезалось. Кем-то или чем-то. Прикольно. Сделано 18 ноября 2011 года. Точно, я в педе училась, и что-то меня перло порисовать маслом. Я тогда их купила. И про запас. Меня можно на полном праве теперь пинать. Лёля, ты еще не рисовала на своем мольберте. У тебя есть масляные краски, которые даже чуть больше, чем нужно. Которых даже. Так, это я уберу потом. В другой отдел. Тут материал что-то типа шить. Ну, смотри-ка, зрители, как попугай. Ударно так убралась. И что за хрень? А, это я выкинуть хочу. На сожжение. Сколько у нас время-то денег вообще телефон? Телефон, привет. Я тебя завалила случайно. У меня ж там еще рамочки есть. Как видишь, зритель, я тут задвинула все. Там была пара рамочек с моими фотками. Если тебе интересно, просто дай знать комменты. Я их или засниму, или за фотку в Инстаграм скину, или отдельным роликом запишу. Я просто их тупо убрала и вот задвинула все эти ящики. И даже убрала тут так чисто всякие эти тюки. Тут вот только пакет с бумагой остался, который на поасмэрить. И так еще что-то. И вон пакет просто лежит. Пока тебе, зритель. Если ты осилил, то спасибо. А если не осилил, значит ты не осилил. Не забудь поставить палец кверху.